Здравствуйте. Что здесь у тебя? Ну что здесь у тебя? А? Ты охраняешь все? Сегодня 9 марта. Бусинка. Ну, дай мамочке снять, пожалуйста. Дай Оля снимет. М? Ну и потом мы с тобой займемся. Так будем тискаться, друг друга ласкать. Моя мышка. Моя сладкая. Давай, потом мамочка тебе... Потом мама тебе уделит внимание, а сейчас дай мама снимет, покажет, что у нас здесь есть с тобой. Слышишь? Как ты охраняла, как ты работала, хорошо? Угу. Значит, как я сказала, сегодня 9 марта. Ларисонька, погоди. Погоди, моя хорошая. 6 марта мы садили семена помидорок. И значит, как выглядит картина следующим образом. Вот, как мы видим, два помидорчика уже вышли. Один вот еще собирается выходить, но с этой стороны вот розовые пока молчат. Ну, откроем, пускай немножечко подышит. Солнышка у нас сегодня нет. Такая просмотная погода. Так, и что же здесь у нас лучок пойдет? О, Ариска, ты видела? Арис, ты видела, какая у тебя здесь красота? Луковая. Ну, конечно, еще не весь зашел. Что мы тут видим? 2, 4. 4 лучка всего. Мало, конечно. Чего? Подождем. Тоже открою немножечко, пускай побудут без пакетиков. Постоят, подышат кислородом. Влаги достаточно. Земелька хорошо увлажнена. Будем ждать. Правда? Натюрморт. Буся в корзинке. Арисонька моя. Ты моя такая сладкая. Тебе не хватает мамы. Не хватает внимания, моя девочка. Моя, так поговори. Поговори. Кто самый счастливый на свете кот? Арис. Ну все. Значит, будем. Будем ждать. Это уже очень приятно. Она меня, конечно, очень радует. Я не могу. Я так люблю вот это вот все, когда такое первая жизнь. Ну, разве это неприятно? Разве это неприятно? Будем ожидать помидорчики. Всем хорошего дня. Пока. Да, моя сладкая. Ну покажи, что ты тут. Что у тебя здесь есть, моя бусинка? Вот такие помидорчики. Подожди, Арис, подожди. На улице вот такая погода. Сегодня 12 марта. И вот решила вам показать, какие помидорчики у нас нашли с вами, когда садили. Это, значит, розовый помидор, это красный помидор. И вот столько. Прям очень много получилось на дворе. Да? Моя звезда. Сколько у тебя получилось на дворе, правда? Вот. Все, мы можем уже пакетики убирать. Они нам не понадобятся.
помидорчики вытягиваются, потому что им недостаточно света. Нет, у меня здесь лампа, конечно, очень жаль. Лампа осталась на Украине, вот и все. Чтобы досвечивать рассаду. Ничего. Все. С вами увидимся, когда будем пикировать. Уже, кстати, можно пикировать, потому что очень достаточно густо взошли. Пока не начались листики настоящие, скорее всего, нужно пропикировать, потому что им очень-очень тесно. Из-за того, что они вот так вот близко друг к дружке растут, они, конечно, будут очень сильно вытягиваться. Поэтому в скором времени попикируем. Ну вот настал этот день, когда будем пикировать наши помидорчики. Скорее всего, сделаю это сегодня. 12 марта. Сначала пролью, чтобы было очень влажно, так скажем, чтобы были какие-то стаканчики. Я цветов есть, сюда два посажу помидора, сюда два, скорее всего, сюда два, потому что а тут по одному, потому что объем большой земли. И здесь, значит, стоял лук порей на солнце. На подоконнике и очень сильно припалило солнышко, и я не увидела. И вот он, как можно видеть, он немножечко. Бабушка, видишь? Парень немного устал. Он отойдет. Я его пролила водичкой. И он отойдет. Ну что ж, будем приступать к пикировке помидоров. Поехали. Помним, у нас есть такой малиновый фаворит. Значит, вот немножечко тут, раз мы видим, 3,36. А другой, это вот такой вот помидор красный, барманде. Это высокорослые ячейки. Их зашло, конечно, очень много, но мы все садить не будем. Где-то по 6 штучек возьмем малиновых и 6 штучек возьмем красных. Вот, немного пролили. Она так настоится. Водичка сошла, пускай они постоят немного. И будем пересаживать по одному сюда. Небольшие горшочки, как я уже сказала, по два. Да, еще у меня здесь распустилась очень красивая такая белая нежная орхидейка. Очень красиво. А это муж мне дарил на 8 марта. Приятные такие гвоздики. Конечно, малюсенькие. Здесь тут вот такая вот красная, я не знаю, как она, красная сама. Стоят тут вместе. Ну что, я сейчас буду аккуратненько доставать, скорее всего, чайной ложечкой. Буду доставать с хорошим комом земли и буду садить в стаканчики. Как посажу? Я вам обязательно покажу, что получилось. Значит, ложечкой сделала небольшие углубления. Полностью землю я не насыпала, как нам нужно, потому что по мере роста помидорки, они, так как я говорила, лампы нет у меня досвечивания, они будут вытягиваться. И мы потом уже будем досыпать по мере подрастания, их будут вровень земли, тем самым корни будут больше образовываться. Ну и так, прольем. Немножечко прольем, чтобы была влажненькая земелька. Ну, а потом прольем еще более обильно. И будем садить. Вот, как я уже сказала, пока чем раньше пересадить, тем лучше, потому что корешочки вот уже достаточно какие большие, с таким комом земли. Мы будем пересаживать на наше постоянное место до полной высадки в грунт. Вот здесь я вот начала доставать помидорчики очередные. И что я увидела? Вот еще, скорее всего, как-то затянула. Семечку затянула в землю, и они не успели проклюнуться. Не хватило им сил.
вот очень глубоко, насколько можно видеть. Ну, то есть было бы больше, но, скорее всего, я или много земли насыпала сверху, или семечко было слабенькое. Ну, в общем, садим самое сильное. Ну, вот общая такая картина. Значит, жалко было 4 помидорчика. 4 придется выбросить, потому что мне не нужно такое количество. Решила, чтобы не пропадала эта бабаечка, оставила здесь помидор один красный. И, значит, посадили мы розовый, второй розовый, третий, четвертый, пятый и шестой. Это розовые помидорчики. Здесь красный, красный, красный. Ну и здесь один красный. Значит, будем теперь доращивать на подоконничке в таком состоянии, а позже подсыпем, когда они подымутся уже выше вот предела, мы будем подсыпать земельку, и будет добавляться корневая система, будет разрастаться вверх. Ну и пока я тут возилась с помидорами, уже парень немножечко отошел, он еще немного подрастет, и мы ножничками будем состригать, значит, вот эти вот очень длинные такие вот волосочки. Будем его стричь ножницами. Как он будет давать второй лепесточек. Ну, в общем, вот так выглядит картина. Скоро встречи. Я, конечно же, забыла снять, как я пересаживала лук порей в отдельные емкости, и здесь у меня уже подросли помидоры. Я высадила свою рассаду анютных глазок. Всем спасибо, что смотрели. До новых встреч!